21 декабря состоится очередной совет депутатов городского поселения Видное. На нем народные избранники должны будут проголосовать за принятие бюджета поселения на 2018 год. Как известно, работа над проектом бюджета продвигается тяжело, и чтобы выяснить все нюансы, глава Ленинского района Олег Хромов пригласил на рабочую встречу главу города Видное Моисея Шамаилова и председателя городского совета депутатов Павла Грудинина, но последний вновь не счел необходимым явиться. Вот эти обстоятельства, хочу вас попросить принять заместителя председателя совета депутатов городского поселения Видное Хомякова Анатолия Николаевича. Он хорошо, его... приглашайте. С правительством Московской области было согласовано участие городского поселения Видное в региональных программах капитального ремонта дорог и благоустройства дворовых территорий. Часть денег дает область, остальные средства из местного бюджета. Я так понимаю, что идет процесс соответствующего согласования, да. Моисей Александрович. Да, и я думаю, что все-таки будет политическая воля и здравый смысл, и бюджет в поселении с 1 января будет. На 2018 год был составлен перечень дворов, где будут проводиться работы. В городе Видное таких территорий 13. Чтобы все задуманное удалось реализовать, депутатам необходимо договориться о принятии главного финансового документа. Существует некий порядок. И с этой целью я, конечно, приглашал Татьяну Валерьевну Макушкину на наше заседание и на рабочую группу, чтобы пояснять и дать пояснение депутатам о порядке предоставления материалов для принятия бюджета. Если народные избранники действительно прежде всего думают о жителях города, то затягивать с принятием решения им не следует. Я, конечно, всего один из 20 депутатов, но вот, по крайней мере, все мои коллеги, с кем я разговаривал, все настроены на то, что бюджет принимать нужно, безусловно, до Нового года, вот, чтобы не создавать никаких проблем для поселения, для наших избирателей. Поскольку также обсуждалось распределение полномочий между городом и районом, на встречу был приглашен председатель Совета депутатов района Валерий Венцель. Он выразил пожелание, чтобы при рассмотрении данного вопроса городской совет задумался, способно ли поселение исполнять те или иные функции самостоятельно.